Анонс и точно дата выхода 18 серии 3 сезона сериала «Девушки с Макаровым». 18 серия сериала выйдет на канале ТНТ 21 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Соломатин хочет выслужиться перед генералом за счет пойманного Макаровым преступника. Но преступники не ловятся в назначенное время. Лера устала сидеть под домашним арестом и приглашает в гости подругу. Но Макаров не рассчитывал, что подруга окажется именно она. Девочкам выпало мокрое дело в аквапарке. Можно поймать вора-карманника. А верба решает совместить приятное с полезным. И берет с собой Виталика. Ведь он давно мечтал о аквапарке. Напомним, 18 серия сериала выйдет на ТНТ 21 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.